Друзья мои, всем привет! Мы сегодня с вами идем смотреть на канадскую обувь. Видите, здесь еще есть черная пятница, какие-то распродажи. Хочу вам сказать, что если вы ожидаете увидеть что-то очень такое модное, современное и fashionable, то это не в Канаду, это вам в Италию или во Францию. У нас здесь обувь для зимы, для холодной зимы, такая, которая вот нужна людям для того, чтобы не мерзнуть, не скользить, не пробираться по снежным заносам и так далее. Вот это я вам сейчас буду показывать. Это тоже обувь, которая имеет место быть и должна быть у каждого человека, потому что совершенно невозможно жить в Канаде, не иметь вот таких вот ботиков. Значит, это канадский бренд Sorel, очень известный, очень популярный. И, как вы видите, не дешевые. Вот, например, вот эти ботиночки стоят $220. Вот эти стоят 160. Какая же между ними разница? Трудно сказать. Я думаю, что оба, и те, и другие сделаны из натуральной кожи. И вот это вот внизу, видите, специально сделана такая прокладка из резины, которая не промокает. Вся эта обувь не промокает и рассчитана на довольно большие морозы. Давайте почитаем, что здесь написано. Ну, написано, что, конечно, водонепроницаемая. Насчет морозов ничего не написано. Ну и, конечно, подошва. Подошва такая, чтобы не скользить, не падать и не утонуть в снегах. Идемте смотреть, что здесь еще есть. Вот здесь полные эти коробки. Значит, у нас, конечно, продается здесь же в магазинах и обувь такая, скажем, нормальная, не обязательно, скажем, такая прям супер-пупер на морозы и снега. Ну, это как бы очень известные ботинки Dr. Martens. Что-то у меня не фокусируется сейчас. Dr. Martens. Классические Челси Dr. Martens стоят $220, и на них сейчас 50% сейл, распродажа. Вот эти стоят немножко подороже, 260, и тоже 50% сейл. Ну, давайте пойдем поищем ту самую нашу знаменитую канадскую обувь. Она в другом отделе находится, там очень много людей, поэтому я сначала с вами погуляю здесь. Это обычная совершенно обувь, не такая прям зимняя-призимняя. И видите, вот смотрите, у нее цена сейчас хорошая, $50 стоят вот такие тоже Челси ботинки. Подошва такая тоже довольно крепкая и, в общем-то, не скользкая. Но это, конечно, обувь не на морозы, не на холода, это просто на осень. Или вот если вы в машине куда-то, с машины в помещение, и вот такая вот вполне неплохая и очень бюджетная. Стоила 70, сейчас стоит 50. Прям такие классические Челси, которые всем подойдут на любые случаи жизни. Их тут у нас много, разных всяких. Видите, всякие разные. Вот я вам показываю. Вот это что-то. Это тоже Sorel. За 150. Интересно. Нет внутри меха. Просто вот такой вот тапочек, ботиночек. И Sorel потеплее. $180, 30% скидка. Ну, это тоже, видите, типа таких кеды, полукеды, кроссовки. Это не на то, чтобы там девочка прыгает и делает какие-то сальто, мортали. Я не знаю, что мне делать. Я не хочу ее снимать, но это очень странно. Значит, это типа такие, знаете, типа высокие кроссовки такие, которые не рассчитаны на мороз и снег глубокий, но, в принципе, на холодную погоду, но не самую холодную. Видите, почему? Потому что они сейчас все на распродаже, и они, потому что это осенняя обувь, это не зимняя обувь. Вот они тоже разных есть фасонов, есть вот такие. Они, кстати, тоже водонепроницаемые. Вот такие вот. Тоже Sorel. И эти тоже Sorel. Вот такие вот крепкие, очень такие не скользкая, я бы сказала, обувь. Вот это тоже, это компания Blowfish. $70 они стоили, сейчас на них тоже распродажа. Я вам хочу сказать, что эти тоже мне нравятся. Мне нравятся вот их подошвы, мне нравится, как они сделаны на зиму. Но идемте смотреть дальше, что у нас есть.
более такой, более подобающийся для зимы. Ну вот, например. Так, здесь я постараюсь коробку. Значит, видите, тоже water resistant, то есть они отталкивают воду. Стоит $229. Компания называется Эму Австралия. Вот такие вот интересные, с мехом внутри. Шнурки, в общем-то, для красоты у них. Вот такие вот интересные белые. А, у них есть замочек здесь, молния, отлично. Вот так называется этот бренд. Первый раз я их вижу у нас, их раньше у нас не было. Вот они появились, австралийские, наверное. Интересно, где их делают. Я думаю, что, конечно, их делают не в Австралии, но я сейчас попробую найти страну производителя и расскажу вам. Так, нашла. Значит, делают их в Китае. Делают их в Китае. Тоже стоят вот эти $220. Но здесь написано, что это 100% австралийский вот это вот замша и мех внутри. То есть это сделано из натуральный мех, натуральная замша. Но делают их, конечно, не в Австралии. Это австралийский дизайн. Но посмотрите, такое впечатление, что в них прям можно кататься как на лыжах. Вот такие же белые. Белые вообще красивые. Это как будто бы, знаете, ботиночки горнолыжника. Блеск. Просто шик и блеск. Так, давайте посмотрим вот на такие вот ботиночки. Значит, здесь уже написана температура. Тоже водонепроницаемые, выдерживают температуру до минус 40 градусов. Кто это у нас? Elements. Вот такая вот компания. Стоят они $100. Относительно не очень дорогие. Но видите, здесь, в общем, внутри мех искусственный. И я думаю, что поскольку здесь нету никакого ни кожи, ничего, они все сделаны полностью из балонии. Подошва, знаете, не производит впечатление уж очень такой прямо скользко-убойной, но не знаю. Написано, а на них, видите, есть 25% скидка сейчас, но написано, что они выдерживают температуру 40 градусов. Кстати, вот такие вот, мне кажется, вот такой вариант на замочке, из балонии, с мехом и даже искусственно внутри, это самый такой удобный и, в общем-то, подходящий вариант для нашей зимы. Вот они же, той же компании, Elements, $129, тоже 25% на них есть. Видимо, это еще черная пятница, остатки каких-то распродаж. Вот они то же самое. Видите, здесь много всяких этикеток. А вот здесь вот всякие объяснения про подошву. И я вам сейчас попробую объяснить. Значит, вот смотрите, что здесь происходит. Здесь в самой подошве встроены вот такие вот как будто бы шипы, что ли, которые на самом деле они внутри находятся, видите, вот в нормальном состоянии они находятся внутри каблука, но их можно легким движением руки вытащить, и они будут предотвращать вас от того, чтобы вы скользили. Посмотрите, видите, как это выглядит? Вот такая вот штуковина. Я слышала про них, это, кстати, очень классно, очень удобно, именно для хождения по скользкому снегу и льду. Видите, вот тут как-то это вот, ага, сейчас, вот так, легким движением руки, и вы видите, у вас теперь появляются на подошве вот такие вот, на каблуке вот такие вот шипы, но их же можно закрыть. Вот так. И все. И вы можете просто ходить спокойно, нормально, без шипов. Это очень классная вещь. Я прямо очень хочу. Мне прям нужны вот такие вот сапоги. Они стоят $129. Высокие, теплые, на замке. Классные. Вот это вот, конечно, очень классно. Я слышала, что есть вот такие вот с шипами. Прям реально с шипами. Ну вот, первый раз я их увидела. Ну, вернее, я их видела, но я как-то не разглядывала так. Так, это уже обычный тоже элемент. $100. Вот такие вот ботинки. Значит, неудобство их заключается в том, что они без замка. Без замка. Просто шнурки. То есть вот сюда вот вы суете ножку. Мех искусственный тоже. И вот это вот очень хорошая, прямо такая бронебойная, водонепроницаемая нижняя часть вот этого ботинка, которая вас предотвратит от любого снега и дождя. Здесь, кстати, вот этот вот такой типа каблук. Так, идемте посмотрим, что еще у нас есть. Видите, у нас очень много такой обуви сейчас. Прям вот она к зиме.
зиме ее выставили. Вот эти вот ботиночки Sorel за 180. Боже, народу столько много. Обычно здесь никого нет. Но тут я смотрю, прям полно. Ну, в общем, вот такой вот. Вот такой вариант. Вот с такой вот подошвой. Columbia. 145. Columbia. Коротенькие ботиночки. Невысокие. И тоже с искусственным мехом. На шнурках, без замка. Тоже сделаны, видите, водонепроницаемые. Здесь написано, что у них какая-то 200 грамм наполнитель какого-то. 200 грамм чего? Insulation. Ну, в общем, короче, утепление. Или чего-то как-то. Не знаю я, что это значит точно. В общем, это Columbia. А, на них, кстати, 20% скидка. Есть они вот такие вот черные. Есть они вот такие же черные. Так, это классический Sorel. $170. Так, смотрите. Вот такие вот тоже водонепроницаемые. Внутри у них мех. Sorel, кстати, делают... Их делают во Вьетнаме, но многие из них делают в Китае. Мало кто из них сделан в Канаде. Тоже на шнурках. Вот это вот непробиваемое, пуленепробиваемое. Вот такой вот низ ботинка, подошва. В общем, все как надо. Есть такой в сером цвете и в таком цвете. Я думаю, что цвету что-то особо не важен, потому что, ну, как бы это не для красоты. Я думаю, что это мужские или это женские. North Face, известная компания, которая делает и одежду, и обувь для холодной зимы. Тоже водонепроницаемые. Я думаю, что это мужские. Мужские я не хочу. Да, это уже мужской отдел. Давайте пойдем еще по женскому. Так, Columbia. Вот такие вот ботиночки на замочке. Посмотрите, какая у них подошва. Фигурная, смешная. Такие есть. И есть вот такие. Тоже 200 грамм. Insulation. Сейчас я посмотрю, что такое insulation. Я что-то не очень понимаю. Я понимаю, что это утепление. В этом смысле, что значит insulation в этих сапогах? Не знаю. Ну вот тоже очень фигурная подошва. И вот такие вот тоже водонепроницаемые. Короче, нашла правильно по-русски слово. Insulation — это изоляция. Но это не в этом смысле здесь изоляция. Это имеется в виду вот то, что предотвращает, наверное, от холода. Но я не знаю, что означает, что это 200 грамм. 200 грамм чего? Я не поняла. Ну ладно. Так, везде, видите, везде написано вот это вот 200 грамм, 200 грамм. Вот такие вот ботинки. Я вам уже их показывала. Идемте дальше. Очень много людей сегодня здесь. Так, Columbia тоже повыше ботиночки. О чем они? 164, 20% скидка. Вот тут, видите, всякие... как они держат тепло, как они, что они очень предотвращают, в общем, попадание холодного воздуха, изоляция от холодного воздуха и вся вот эта история. Значит, компания Камик, тоже известная в Канаде, 25% скидка, стоит 150. Вот, они тоже на минус 40 градусов и тоже водонепроницаемые. И выглядят они абсолютно точно так же, как все остальные. Единственное, что у них нет замочка, они на этом самом, на шнурках. Вот, смотрите, какие интересные. Эти 140. Так, на какую они рассчитаны погоду? Ну, в общем, на холод, да, тоже на минус 40, тоже водонепроницаемые. Вот искусственный мех у них внутри, сделанный в Китае. Когда-то был бренд, я не помню какой, который делали в Канаде. Если я вам найду, я вам покажу. Видите, как интересно застегивается, удобно застегивается замок. Ой, не замок, а шнурки завязываются. Не надо вот тут вот возиться с этими завязками. А здесь, в общем, какая-то вот такая вот система, что она как-то... Кнопка какая-то сама себя завязывает. Ну, в общем, нет, конечно, но как-то это по-другому работает, чем просто завязки. Это интересно. Смотрите, красивого цвета такого.
вот эти такие же серенькие. Ну, в общем, все они вот черные такие, все они однотипные. Ой, какие носочки пушистые здесь же. В общем, всякие разные, и все они предназначены для того, чтобы вы 180-25%, чтобы вы не промокли, не замерзли, не поскользнулись, не упали, чтобы вам было удобно, комфортно. Опять же, повторюсь, красоты в этом нету. Не пишите мне, какое фу, какое уродство, я это сама понимаю. Но, понимаете, это обувь не для красоты. Еще раз повторюсь. Для красивой обуви нужно идти в другие магазины и вообще находиться в другой стране, в которой совершенно другие погодные условия. Ну и, конечно, вот это у нас кто? А, это Эму. Это не Акс. Это другая компания. Видите, та же Эму, она делает типа Акс, но похожие на Акс ботиночки, прямо один к одному. Видите, кстати, у них написано, что они отталкивают воду. Вот так вот называется. Они отталкивают воду. Стоят $150. Акс стоит дороже. Есть они в розовом цвете. Вот это. Это тоже не Акс и не Эму. Это какая-то компания Crown Vintage. И они уже подешевле стоят. Вот в этом нет цены. А вот здесь вот $90. Тоже написано, что это настоящая кожа. Они очень похожи на Акс. Но это другая компания. Видите, Crown Vintage стоит $80. Вот такие вот ботинки. И тут же стоят Axe, которые уже стоят 200. Вот вам, пожалуйста, какая разница между Axe настоящим и ненастоящими. В цене, а в качестве и на вид, в общем, практически они не отличаются. Я смотрю, что у нас, в общем, как бы их подразобрали. Акс, смотрите, видите, почти очень мало осталось коробок. Вот эти на платформе я вам показывала в прошлом своем видео. $200 на такой. Я так понимаю, что это новый тренд сейчас. Я на многих блогерших это вижу. И тоже все разобрано, коробок нету. И вот этот я вам показывала, видите, с таким с носком. Тоже 215. Вот на такой вот платформе вот такая вот ботинка. Ну и вот есть Акс тоже такого же типа, как не замшевые, а вот такие, как у нас, модно популярно. Посмотрите, они стоят $209, кожаные. Наверное, тоже вода, да, водонепроницаемые. До 32 градусов они выдерживают мороз и не пропускают воду. Вот такие уги. Симпатичные. Здесь все кожа, это, наверное, мех, не знаю, искусственный, натуральный, в общем, ну, такие вот. Видите, Акс есть и вот такие, не обязательно только что это такие замшевые ботинки, к которым мы привыкли. Так, здесь у нас что? Это я вам показывала уже или нет? Они все так похожи, что я, если честно, не помню. Так, это бренд Element, тоже водонепроницаемые. Значит, кожа. И ручная резина, что бы это ни значило, $150. Вот такие вот интересные, симпатичные ботиночки. Без замка, кстати. Вот мне кажется, что вот эти делают в Канаде. Сейчас я проверю. Да? Нет, тоже китайские. Тоже китайские. Ну, понимаете, китайские китайскому рознь. Когда в Китае делается вещь дорогого бренда, то они, конечно, и качество получше, они все-таки выдерживают какие-то стандарты. Вот тоже Element, эти недорогие, $80, потому что они сделаны не из кожи, а из балони, искусственный мех. Вот, и вот эта вот резина reflective материал, отражающие материалы, такие названия. 3D 3M, но придумывают же, господи. Чего только не напридумывают. На минус 24 градуса рассчитано мороза. Так. Ну и, в общем, много всего разного. Так, по-моему, вот эти мы видели, нет? Да, я думаю, что да, здесь мы были. Вот эти я вам показывала, эти с шипами. Кстати, я вам хочу сказать, что с шипами вот только вот эти одни ботинки Elements, которые стоят $129. Может, еще где-то есть, я просто не дошла. Потому что я вижу, что с той стороны тоже много.
много еще есть ботиночек, но это уже, конечно, они тоже такие же тепленькие, 129. Вот, Cougar, вот это, по-моему, компания, которая делается в Канаде. А, значит, рассчитано на 24 градуса. Я сейчас посмотрю, тоже waterproof, водонепроницаемый. Сейчас я посмотрю, где их делают. Мне кажется, когда-то вот эта компания производилась в Канаде. Сейчас. Нет, тоже сделано в Китае. Мне кажется, когда-то они делали в Канаде, но, видимо, сейчас уже больше нет. Я вам хочу сказать, что они этикетку с тем, где произведены эти сапоги, из чего запрятали так глубоко внутри, что мне взяло минут 5. Я его выпотрошила, весь этот сапог, сверху донизу, чтобы найти вообще, из чего он сделан и где. Ну, это замша, конечно, натуральная здесь, вот эта вот кожа. Опять же, подошва такая серьезная. Правда же? Ну и вот здесь написано, что они рассчитаны на минус 24 градуса, $130 цена. Я, конечно, вот забрела на распродажу. Но на распродаже, конечно, все летнее вообще. Это мой размер. Вообще одни кроксы, конечно. Пипец. Ну, как всегда, моего размера 5-6 остаются только кроксы. Кстати, вот эти симпатичные ботинки. Я помню, что я вам их снимала и показывала в прошлый раз. Когда я здесь снимала в прошлый раз... Симпатичные, кстати, они мне очень нравятся. И почем они сейчас? 99 они стоили. И синяя, 30% скидка, не такая уж и большая. Ну, а так, видите, здесь, кроме вот таких вот прелестных тапочек Birkenstock, которые тоже в коробке один, меховых, и которые стоят $205, и красный 60% скидка, в принципе, хорошие, они там в районе сотни будут стоить. Но почему-то только один в коробке, а вот второй. Как они мне нравятся, я бы с удовольствием такие завела себе. Вот Birkenstock, типа босоножек, стоили $184, и зеленая, 40% на них скидка, зеленая этикетка. Смотрите, здесь написано 5, а внутри написано 36. Я думаю, что они мне будут велики. Мне нужен прямо вот пятерка. Вот такие вот сапоги я еще могу 6, а вот такие вот открытые босоножки, тем более, что они на вид такие довольно большие. Мне нужен 5 размер. И мне вообще обещали, что с возрастом ноги становятся больше, растаптываются. Но я что-то этого пока не замечаю. Тоже Birkenstock. 5,5 стоили... 180-175, и на них 30, синяя наклейка, это 30%. 30% скидка. Ой, смотрите, какая красота вообще неописанная. Я не знаю, чего пришла распродажа. В распродаже здесь никогда ничего нету, особенно моего размера. Ох, девочки. Боже, я пришла в основном... Сейчас мы с вами посмеемся. Джессика Симпсон, есть такой бренд, была такая певица когда-то, но она до сих пор есть, просто она уже больше не певица. Она, конечно, вот такой вот обувь, у нее все вот такое вот, прямо. Между прочим, это очень модные шузы были в прошлом летом. Вы не смейтесь, я серьезно говорю. Это был писк моды. Сколько они стоят? Ой, $18, представляете? $18, вы можете стать обладательницей вот такой вот красоты. Кстати, здесь вот есть, я смотрю, вот такие вот зимние ботиночки на сейле. 129 они стоят сейчас, и на них 30% скидка. Вот. Это Cougar, кстати. 6 размер мой. Мой любимый размер. Так, ну что-нибудь еще смешное мы найдем, типа вот таких вот. О, вот такие тоже, посмотрите. Но это тоже писк был. Писк был прошлой зимой. Смотрите, какое каблучище. Все клеенка. Кто у нас такое делает? Colored Spring. Есть такая компания, магазин такой есть у нас. Почем они их продают? $80 и 30% на них скидка. Так, ладно. Пойду я с распродажи. Здесь, видите, одни кроксы, причем розовые. И розовые... Вот такие вот блестящие. Ботиночки красные симпатичные, но не надо, у меня есть. Что у меня нету, господи. Вот Birkenstock'и я бы взяла вот такие вот с удовольствием, с мехом. Но они еще как-то дороговаты.
Прям я люблю биркенштоки, они такие удобные. Вот это прямо вот мой на лето. Значит, на них сейчас 40% скидка, $190 они стоят. Может, я еще немножко подожду, и они станут еще дешевле. Я уж был совсем собралась уходить, но вспомнила, что не показала вам никакой красивой фасонной обуви. Как модно сейчас. Все серебряное и такое космическая тема. Это такие же, кстати, ботинки, как красные, которые были на сейле, только серебряные. $100 они стоят, и 40% на них еще распродажи. То есть они прям реально бюджетные. Но это прямо вот классные, классные, классные. Еще одни мне здесь понравились ботиночки. Вот эти вот зеленые, они, кстати, кожаные, стоят $199-$200. Компания Винс Камута, известный бренд у нас. Прям крокодил такой, симпатичный. Каблук, конечно, тонкий такой, но вот такой обувь мне не надо, потому что у меня есть много такой обуви. И ношу я их совсем уж не так уж и часто. Последнее время, да, девочки, пришло время. Я как бы сдалась, что называется. Сдалась я. Больше люблю мне бы сейчас все поудобнее, да поудобнее и пониже каблучок. Ну и чтобы вы не подумали, что у нас же прям совсем все плохо. Конечно, есть вот такие вот каблуки на шпильке, шпилька, каблучок. Вот. И есть, конечно, ну вот обычные совершенно такие. Ну, собственно, обычный такой сапог, но имеются. Ну и, конечно, всякие туфли-босоножки. Но мы не за этим, мы за зимней обувью сюда приходили. Я достаточно вам не снимала, мне кажется, много показала. Вот. Нестареющие балетки с каблучком и с бантиком под шанельку, которая всегда рулит. Вот еще продолжение, в общем-то, зимней темы. В общем, все я вам такое засняла. И пойдемте на выход. А на выход мы идем в кроссовках, девочки. И иду я в спортзал. Видите, какая темень на улице, ночь. Иду я в спортзал и по дороге заехала поснимать. В принципе, в кроссовках у нас довольно холодно уже. Но до спортзала добежать можно. Все, буду с вами прощаться. Посмотрите, какая темная ночь, а на улице 6:00 вечера всего лишь. Короче, буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай-бай.